Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я покажу мою машину, что она умеет делать, ну и, конечно же, подписчики. Вот так вот, сама она ростом не 6-летнего ребенка, ну вот, вот длиной, ширина она вот такая вот где-то, просто вот такая где-то, длиной вот такая. Сейчас я покажу все ее варианты. Естественно, там есть моторы, которые передаются на пульт. У меня есть спойлер тут, который двигается тоже. Подъемная часть, даже не знаю, как ее назвать. Как вы видите, может подниматься. Спойлер может делаться вниз, вверх. Я всегда его делаю так. Флажок. Обычный флажок. Сейчас я покажу, как она едет. Но если мы нажмем вперед, то едет, конечно, вперед. Только сейчас покажу. Только когда у вас будет вот эта вот деталь, ну вот эта вот штучка на 4, а эти черные не вверх, а левая внизу, то у вас будет ездить прямо. Прямо будет ездить у вас прямо. Назад будет ездить назад. Если мы выдвинем эту один правый, то будет ездить на правый. Так будет назад. И на левый правый. А если же мы нажмем правый вперед, а левый назад, тогда у нас будет просто оборотик. Небольшое видео. Сейчас я покажу, как она будет включаться. Если у вас она включена, то тут будет гореть зеленый огонек. И тут тоже будет гореть зеленый огонек. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.